И опять делать игру с воду. И сегодня мы продолжаем проходить игру Angry Birds. Итак, погнали. Сегодня мы должны допроходить первый эпизод. Вот так, мы должны поймать этого нашего короля. Так, первый уровень. Я помню, что этот уровень я очень не любил. Я вот этого лучше всего о нем помню. И... Так, что-то я тут непонятное происходит. О, плохо стрельнул. Ну да. Наверх. Перелет. Вообще в никуда от своего ряда. Но можно так, в принципе, и оставить. Чуть выше. Да. Сейчас должно быть вроде получше. Теории, по крайней мере. Опа! Косяк! Скинул бы этот камень, победил бы. Печалька. На, камни попадали. Надо к этим плинтусам пробиться. На, получите. Распишитесь. Так. А куда ты камень отправил? Должен душить свиней. Я вижу этот уровень дурацкий. Опа, а вот сейчас уже нормально. Да куда? Ну давай, попади куда надо! Да ты дебил! Это было жарко. А вот теперь ты точно должен победить. На! Теперь точно у нас все получится. Отлично. Погнали дальше. Даже вторую звездочку заработал. Вообще девушка мне тоже не нравился. Косяк. Да куда же так налево улетаешь? А, нормально. Ха! Изи. Здесь вам вообще можно с одного бобушка пройти. Насколько я помню. Сейчас я как-то хренал Реда отправил. Что-то мне не нравится финальный уровень этого года. Они какие-то сраты. Так, давайте. Вот. О, молодец. Того камешку. Уничтожить гада. Опа. И остался последний. Да как так-то последнего гада не прибили. Ну тогда пусть этот камень пойдет душить гада. Опа, гада задушил одного. Опа. Так. Надо этого последнего гада побить. Только как я это должен сделать? Спрашивается. Последний финтов не использовал. Надо пробовать этот камень сбить. Так, на. И все где сорвалось. Так. Опа! Опа! Да как ты не замочил гадину? Так. Блюзы, мочите! Да куда ты улетел, балда? Так, да, я ж первый раз умел его замочить. Ред вообще сейчас хреново отправился. И тройняшки тоже слиты. Это не эти уровни. Ну ладно. Так тоже можно, в принципе. Давай, туда! Да не сюда, а туда! Опа! Опа! Блюз! Да камень, ну куда ты? Да сраные камни! Тупые камни! Вы неправильно работаете! Отвратительные камни! Поломали. Ужас. О, наконец-то Блюз уничтожил свина. Все, мы покончили с этим уровнем. Идемте дальше. Так.
Швыряем Реда. Можно было лучше. Ред должен толкать, а вот Ранёвский должен ломать лед. Это надо выше отправить. Ну, так тоже вариант. Так. Апа! Ряд замоченный на толпе последний. Надеюсь, что лед Чака не остановит. Как молодец. Пробил ляда. Ой, раз свой рекорд побил, заметно. А, нет, не побил. Не побил, но как бы не побил, вроде. Хотя я не помню, сколько там было ледочек. Ой, дом уже начал разваливаться. Видите, какие у вас некачественные дома. На глазах разваливаются. Хотя птица еще раз не долетела до него. А, ей главное до динамита пробиться. Если ты провёшь динамит, то молодец. Не провился, лошок. Переигрывай. Опа! Сейчас, сейчас, что будет? Видимо, не будет. А! Так, опа! Давай, нет! Ну как ты не пробил её? Давай, мочи, 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 мочи! Опа, продавил! Гадину! Опа, плохо! А нет, хорошо! Очень даже... Как ты там не порушил всё? Как он так не лопнул динамит? Да как так можно проваливать? Даже когда уже оказался победа в кармане. Да как так-то? Так, давай, 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 иди сюда. Правее. Давай, не тебя еще надежда, последний ред. Блин, перелет. На, ненавижу наверх стрелять. Попробовать на пролом. Пойди. Блять, я просто нахрен вперед стрелять. Так. А, вот давайте попробуем так. 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 Тому не нравится то, как я его побил. Ага. Опа, давай, ломайся, ломайся. Ура. Теперь можно еще и вверх попробовать. Давай, главное, в свина попади. О, нет, не промазал. Но другой ребят не пробьет. Пробей, пробей, пробей. Да не пробил, да как ты так, ну как ты так пробиваете? Орылый уровень. А, я помню, что это легкий был для меня раньше. О! Так. Так. Вот теперь все три птицы потели по одной траектории. Давай, взрывай уже. Все, покончено. Ну, идем дальше. О, какой уровень приятный, гадкий. Так, давай. Швыряй. Заворот. Опа. И что делать? Я всех уже не замочу. Выкатываюсь от этой каменной хрени. Так, выкатываем ее. Выкатываем ее отсюда как можно сильнее. И запускаем птицу. И облаживаемся, в конце концов. Ура, что мы тут финальные в этом эпизоде? Обычно катай пилот должен быть нормальный уровень, а тут вот как-то не так. А-а-а, вот как ты так свалилась? Неудачно. А чё ты так через задницу идёт? Так. Опа. Опа, пробил. Опа, да почти. Последний идёт. Навес. Опа, почти всех уничтожил. Так. Навесом можно расстрелять. Это добить последнего. Я никогда этот уровень так не проходил.
Я его навесом никогда не убил. Я напрямик все-таки как-то справлялся. Но еще один какой-то головоломка. Пусть сначала Реда сюда куда-нибудь отправим. Смотрите, в дырку тоже можно. Ну это мне кажется надо сюда, чтобы лед сломить. Охуенный. Что-то мне это не получилось как-то. Давай. Да, я не так хотел. Но что-то не получилось неплохо. Ну как, собственно, это надо его сюда отправлять. А Ред должен как-то этого уничтожить и лед поломать. Катись, 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 катись. Он не хочет катиться. Попробуем тогда здесь, вот так вот. Давай, ура! О, я понял, как я проходил. Тройняшки, ну, в принципе, это без разницы, как их отправлять. Про это не долетели сюда, надо Чака. Просто Чак должен эти индивидуального лить. И давай, Ред! Ред! Давай! Ломайся! Постройка! Да как так-то? Как этот спин пережил эту дерзкую атаку? Больше дерзости! Больше огня в глазах! Да ты чё? Давай! Ломай! Опа! Опа! А? Вот так давайте делаем. Один улетит, и там все взорвет. Ну как ты динамит не взорвал? Что такое? Что сегодня завалило? Не потому, что его давно не заходил. Ну вот, теперь все получилось. Ред теперь справился, а то тройняшки облажались. Таким странным динамитом. Ядный. Так, опа. Так. Так. И опять низко. Ну ладно. На сей раз я должна получить. Нет, ну какого Ред ты его задержал? Ред, это твои ошибки. Он выиграл. Давай, взрывай. Ой! Я вот как-то сейчас перелетел. Опа! Колодка крыши не снеслась. Все, наконец-то покончил с этим. Валим уже. На самом деле чего хлеб? О, бомбер! Значит, должно быть весело. На! Чак. Чак-чак, как вы. Давай, Чак, давай сразу туды. Можно попробовать навес там прибить. Вот это вот падло! Не получилось. На! Опа! Все жахнуло. Я установил рекорд. 3 звезды! Надо до начала вот. Что делать? А, давай, кубики падаем. Падаем и уничтожаем этих свинтусов. Теперь надо эту башню вот так шибануть. Как так, опять? Да что за дурацкие уровни? А, мне уже горит. Этих дурацких уровней. Так, давай! Ломай башню! Да ты что, издевайся, да сраная башня! Ломаться будешь? Или как? Так, да вы ее опять не туда наклонили. Она должна в эту сторону наклониться. Так. Опа! 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 Так, это теперь можно, в принципе, сюда отправить, насколько я помню, эту свинью задевала. А, я слил Реда. А нет, я не слил. Давай, мочи последнюю гадину, да ты издеваешься. На, все сдохните, как говорится. Да. Да как так?
Да, да, этот свин живущий меня задолбал уже. Так. Так, я сейчас вообще снизу нахуй нашел. Вот, эту башню можно просто избавить. Да. Чехли, я вашу башню произнес жалко. Только вот это мне нифига не помогло. Центр башни бьем. Опа. Это опять не помогает. Нифига не помогает. Да эту башню надо шибануть. Там все пошло как по маслу. Это не как по маслу. Но и не ужасно. Опа. Ты чё не упала? Ты как там стоишь? Вот второй и третий свиньи, которые мелкие, они вообще дико бесят. Давай, души гадью. Ядов большие. Так. Мочи гадов. Так, опа. Третий гад сломлен. А где покарать второго? Опа! Второй гад побитый, последний! Не запари! Ура! Все, пройдено. И вообще нахрен развалина. О, смотрите, сколько счет больше, чем в прошлый раз. Было 4000. 44 тысяч, стало 60 тысяч. Я точно... Это даже не 3 звезды, какого... А! Опа! Ну-ка, ну-ка. Так, оба. А, что-то не оба. Так, хвати, ну срал. Так. Тройняшки не подкачали. Так, пацаны, чак. Чак облажался. Этот раз я хреново получил. Так. Да, опять фигово. Все выглядит. На, давай, мочи гада! Гад, не замочаившийся. Его невозможно прыгнуть. Хере ты это плотно. Ну и на финальный уровень они просто дурацкие, по мне. Мне вот они вообще не нравятся. Скажу, когда надо много развлекать в этой игре. И такие непонятные постройки, колбасить. О, прям на мочить едва это не зацепило. А я говорю, что тоненького. У меня даже здесь звезды было раньше. О, этот, а вот этот тоже мне уже нравится. Так, пробил. Ты куда ушла? Башня! Замок, ты куда развалился? Опа! Ха-ха! Оп, еще! Ой, перелет! Вот там расчистить надо эту деревню. А то боюсь, что не пробьем! А нет, пробили. Ха! Изи. А, насчет плохой. О, это как? Это вообще как? Так, ну я прочистил сверху. И что дальше? Вот так что ли? Я должен пробиваться. Ну-ка, Матильда! Так. Этого пробили, а вот как должен пробить камень? Ай-яй-яй! Ну как всегда, какая-то мелкая срань выживает. Так. Это вообще все хреново максимально. Максимально фигово сыграл, все, сразу рестарт. На. Ломай, да какого ты не ломаешься? Ломайся! Мне говорят. Сейчас надо ломаться. Вот, ты поломалась. Опа! Ну,
Да как ты не справилась, Матильда? Мы тогда будем скидывать башню. Статый барон сразу отлетает. О! Пока! Все, победа. Так, дальше. Ай, это какая-то головоломка страшная. Что было? Я что-то принял. Непонятно. Вообще как упор этот уровень прошел. Но прошел и побил счет. Ну как так? На отъебись прошел и прошел лучше, чем когда я на отъебись проходил. Так, а как бы Реда лучше допилить? Это я его куда отправил? Я отправил его мелкому уничтожить. Так, мне кажется, тут у меня проблемки. Опа! Блюзы! Как нифига не получилось. А не должно было получиться, а я просто раньше времени. Рестарт нажал. Опа! Это облом. Надо пробуем ради туда отправить все-таки. Уничтожить мелкую дичь. Плохо! Зато этот давай хотя бы этого с тобой забери. Я так-то не помню, как же турнир. Ай-япа! Так, а вот Чак должен прибить мелкого. Наверное, большого. Давайте, блюзы! А мелкий и так сдох. Главное, чтобы Фред не подкачал. Он не подкачал, но очень хотел. Так, справились. Разлетитесь. Ой, это прикольно. Главное, бомбера хорошо закинуть, остальное не важно. Ну да, что-то тут как-то навалили дерьма всякого. И как я должен это по-вашему проходить? Я должен что-ли серединку жахнуть? Да, середину раздвабахал, и что дальше? Как-нибудь так? Так тоже не пойдет. Хорошо, это когда в середину бомбера. Да! А то не пробиться. Так. Да не пробивается вообще, ни хрена. Опа, на, пошел отсюда. Смотри, сидит прям в камень, нифига не пробивается. Ой, я вначале говорил, что он прикольный, а теперь я понял, что это дурацкий уровень. Мне не нравился никогда особо. Так. Опа, не падай! Я должен там снести! Опа! Да ничего не получается! Давай! Да! Ну все, победа должна быть гарантирована! Этого там мы должны прибить! Двоих достаточно! О нет! Не наваливайте его! Не прикрывайте его! Задницу! Да как прикрыли его задницу поганые. Предметы. А так бомб хорошо жахнул. А Матильды так облажались. Ну как всегда. Бомбер жахнул хорошо, Матильды облажались. Так, вот у нас есть шанс. Да? Боюсь, не пробьем. Да как ты не пробила? Сраные. Сраный уровень. На, я нашел, куда надо бомбера пулять. А все так хреново разваливается. На. Так. Да, да нет, так надо уничтожить это, блядь. Хренотень. Плохо. Это его прям кубик пулять бомбера. А, блажалова! Да какого? Я уже даже в кубе нормально фильм не получается. На!
за хрень происходит? Мне надо выше. Не настолько. Блять, матерь. Свалились на мою голову. Ни хрена не могут пробить. На других же уровнях нормально пробивали. И для этого уровня какие-то особые им фишки накрутили. То куда? Сюда надо. Так. Я уже желаю пропустить этот уровень, но так нельзя. Так не по правилам. Ну охрененно навалилось все. Бомбер, давай! Как мужик! Исполни все хорошо и правильно! Надо сделать так, чтобы остался только последний бомбер, ты можешь! И не один раз у меня получалось их сделать. А куда вообще никого не убил? Ты вообще бомб! Бомб, давай! Давай, блин! Так. На! Плохо! Мы там никого не попробиваем. На! О! А вот это уже хорошо. Так, осталось только ту падлу добить. Да нет, да как так можно облажаться? Да! У меня уже горит! Давай. Вот так, да опять все навалилось. Да Матильда, ты чё такая низкая? Иди нормально. Вот бомб хорошо летает. Не то, что ты. А, бля, опять. Опять куча говна навалилась. На! И как мне это заставить упасть на свинтуса? Да вонючка. Дурацкий уровень. Так. Хреново все тут попадывает, конечно. Хреновый уровень. Мне он не нравится. Да как ты так навалилась? Да не пробить, да! Лети! И уничтожай! Да чё не уничтожил? Тупорылый бомбер! Давай нормально, уничтожай всех! Всех уничтожить! Как говорится. Да. Свинтусы! А-а-а! Ёкарный бабай! Чё за уровень такой милый? Чё видео, блядь, будет в этом уровне? Какой это, блядь, 15-й? Чё ж тебя так хуёво падает? Да. Чё максимально ещё хреново падает? Что, блядь, не пробить, не проехать! Да хренотень, блядь. Да. А да как тогда, прям... Уф! Не так низко! Прям кубик. Опа! Куб полетел. Я опять не пробью. Жаркий уровень. Я его ненавижу. Сейчас Матильды. Кто-то повернулась неправильно. Да ужасно, да как Матильда, да пошли вы нахрен. Бомб, можешь как-нибудь сам справиться? Вот эти дуры не помогают вообще общему делу. О, давайте бомберы туда отправим. На. Все равно хрень какая-то получается. Давай в этот куб. Не в тот, а хотя бы в этот. Вперед! Хуянного. Так. Опа! Ну, блядь, все свиньи живы.
Так, а ну просто брошу этот уровень нафиг. Есть. Шанс! Да нету блядского шанса! Ура! Походу получилось. Не облажайся! Опять облажал его, очередной будет, судя по всему. Ну как так-то? Ты так хорошо попал и облажался. Ёкалный. У меня уже нет слов, как обматерить эту игру. Этот уровень долбанный. Нести нахрен башню! Уничтожить ее! Уничтожить! На! Да куда? Неправильно ты стрельнула. Так, опа! 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 Оп! О, нет! Наконец-то! Ух, хотя рекорд побил, на том спасибо. Новый рекорд, а. Это должен быть легкий уровень. Падай! Странная башня. Ненавижу башни в Angry Birds. Падай! Ненавижу Матильду! Никогда не любил эту птицу. Последние годы, кстати, начал лучше играть, но все равно никогда ее не любил. И до сих пор не слишком-то любимый. Чак лучше, но Чак облажался. Так, давай, сноси башню. Давай, все попадало. Я поумирала. А вот Матильда, надо как-нибудь тряхнуть так, чтобы Чаку не помешало. Это хренотень. Да нет, 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 нет. Перелет. Куча. Что я видел уже? Не справляюсь с этой игрой. Ненавижу самодёр, надо вот так вот стрелять. У меня так всегда хреново получалось. Давай, Чак! Давай, да почему не попадало, да? Ох, ё. Падай! Опа! Опа! Упало! Попадало! 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 Опа! Падай на свина и убей его! Не оставляй в живых! Странная палка! На! Вот так вот. Расправился с этим Морган и получил новый рекорд. Давай, давай, давай. Ред прилетел. Эй, что за Будда такая непонятно. Что это за египетские пирамиды? А просто не было их египетские пирамиды, я эти так называемые разнес. На! Давай! Четко в цель надо! Это не четко. Это вообще... Это рядом! Фух, хотя бы дохлым Чаком победил. Не будь, не в дохлым Чаком бы попал. Мог, может быть, счет получше был. О, какой уровень. Я помню, что это какая-то жесткая херня была. А не уровень. Так, надо как-то правильный динамит повалить на этот сраный мост. На! Опа! Облажался с этим динамитом. Надо до динамита добраться. Надо в одну точку набить как-нибудь. Опа! Да почему не набилось-то все? Ломать мост окаянный! Ломать мост окаянных свиней! Чтобы победить окаянных, надо мост нам сломать. Да. Ты чё ж? Вы всё такое не ломающееся? Извини, блин, хорошо, хорошо все настроили. Здесь он так легко не пробивается, облажался, да как так? Такое тупое, облажалово было только что. Чё с Чаком? Почему он летит как-то задницей? Точнее... Ну, в общем, неправильно повернут. Матильда, давай! И вот так, чтоб всё нахрен упало! Да, всё упало, теперь Ред!
кинь динамит на эту падлу. Да куда, да? Чё ты не долетел? Ты ж долетал всегда. Я помню, я кидал туда, и ты долетел. Ты пробил. Ред, ты пробил дно. Понял? Так, Ред, ты пробил дно. Ред. Опа. Но. Опа, опа. Опа, да опять. Да Ред, ты чё не долетаешь? Ты нас подвёл. Ладно, на сей раз прощаю. Но это только потому, что ты затащил. Если ты нас подвёл, я бы тебя уничтожил потрохами. Опа. На! Всё, падайте, дохните. Почему вы не сдохли? Какого фига вы не сдохли? Какого фига тут произошло? Почему всё у свиней так хорошо осталось? Я не понял. Ладно, можно и без камня. Да как ты так отлетел? Ред, ты подвёл государство наше. Птичье. Ред, ты подвёл. Давай. А вот это уже дело. Ред, ты должен нас не подводить. Ты же всё-таки лидер птиц. А ты так подводишь, люто. Ред, ты вошёл. Понял? Так, эти сразу попытаться в этот динамит нашвырять. А, перелет. Вот ты. Опа! Дави! Дави падлу! Падлу дави! Какого фига ты падлу не задавил? Фух, задавил таки. Так. Ред, не подводи! Не подводи наше птичье содружество. Опа! Нет! Облажался! Да опять? Да что такое? Череда лажаний! Так, череду назовём. Череда лажаний. Череда лажаний, ну-ка, рефиней! Я побью! Даже несмотря на такую череду лажаний. Опа! Камень туда полетел. И... Опа! Отлично! Но не слишком, не шикарно, просто неплохо. Так, да куда ты? Не туда! Чак, ну чак! Ломайте эту фиговину! Сколько мне еще там до конца осталось? Не рассчитывал, что так долго. Писать он грибер, чтобы побыстрее записать. А тут вот так, ой, вот хардкор начался. Оп! Падай! Ой, я разнес падлу. Да куда? Падай, куда надо! Так, надо снести им динамит этот окаянный. Да куда? Не туда, да, Чак! Да вы задолбали уже! Как это вообще до конца? Этих хур не осталось. На! Снести камень! Снести камень! И поколотить недоумков этих! Ой! Вот я фигово как-то Чак отправил! Давай! 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 Фух! Давил таких! Разбийников! Неправильных! Так, побил! Так, надо бомбера туда, чтобы нам не мучиться с этой хренью! Разбивнутый. Так, радуй сюда, чтоб прибить. Ладно. Череда блажаний, блин. Что такое, ёкарды? Пойди сюда. Хватит лажать. Да как ты так... Да как... Да что такое? Да как так лажать-то можно? На. Да как, свин выжил? Умри, тварь. Умри, гад. Бамбер, загаси уже гадину. Бамбер, не подводи. Или мы тебя... Делаем что-нибудь с тобой плохое. Очень плохое. А то как ты провинился. Ух. Надо отправить сюда. О!
Наконец-то в яблочко! Ура! А до этого я как-то умудрился нахрен весь этот храм, видимо, спалить, раз такому сейчас. Наконец-то финальный уровень! Сразу! Вой! Не думая! Вой! Король, ты сдолбал меня! Моя армия сдолбала! Так, надо переиграть, хотя больше не надо. Уровень тоже, я помню, был не так прост, как кажется на первый взгляд. Так, да куда я опять облажался? Череда невезения просто, черт побери. Да куда? Неправильно! Да что такое? Я, видимо, уже все. Вышел из сил. Не могу уже тут нормально играть. Смотри, какую-то дверь упоротую. Падай! Ура! Оно упало! Так, половина проблем сразу выветрилась. Не долет! Ну хотя бы так добили. Ну чё, король свиней? Тебе пиздец! Мы летим тебя добивать! Добейте его! Добейте! Добей! Повали! Свали вот это вот! Да нет! Вот эту вот хрень! На которой... Он да ни, почему не упало? Да облажался, ненавижу Матильд! Да все, во всем виноваты Матильды! И до них эта серия получилась такой... Напомню, облажалово всякого разного. Чёрт побери! Офигенно, блин. Вам! Уничтожь! Растерзать негодяю! Да, растерзать негодяю! Ясно! Растерзать! Негодяю! Да куда рано нажал! Ну растерзать же надо негодяю! Да как? Так, попал. И все, попадало. Ворота замочи. Пошел нахер тот свин, его в последнюю очередь будем убивать. Бомбер! Прям к королю! Прям в его храм! Прям в его пончик! На! Как он выжил! Ну все, яичко его должно замочить! Яичко! Ура! Яичко его сделало! Свиней не выдержал напоры мочить яйца! Опа! Свин улетает! Нет! Ну ладно, он и так сдох! А счет пофиг на счет! Ура! Наконец-то победа! Долгожданная! Итак, птицы победили гадких свиней, побили их, все им тут подносили, и королю корону снесли. Но он говорит, что еще не кончено, что и он еще вернется. И там вернется вот здесь, точнее и здесь. Это уже будет следующая серия. Ну а на этом у нас сегодня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, дайте видео в плейлист и... Всем пока-пока и до новых встреч!